работаешь? Стриптизер, что ли? А работает ли это? Какой ассоциативный ряд. Работает ли стриптизер? Какой работает этап или сначала? Правильно я понимаю? Цикличные этапы. Этап работы. Это этап работы. Взял, получил. Выплату взял. Проституция. Продал. Продал. Сутенер. Купил. Деньги. Задаток. Аванс. Получил, все, запомнили. Запомнили. Чувак, получил деньги, все запомнили. А что за движение? Ну так себе, фальшивка. Хуйня какая-то, думаю. Фальшивка. Купил? Где без кредита? Мелочь. Бюджет большой. А, хочешь продать подороже. Жалкий спекулянт. Выгода, маржа. Кто он? Кто он? А, предприниматель? Владелец. Торговец? Торговец. Сутенер. Менеджер. Бизнесмен. Не, короче, он работает. Тот, кто работает за... Не знаю. Работник. За деньги, за которые типа... Макдональдс. Наемник. Лизинг какой-то. Лизинг. Так, как слово показывает. Он с детства так показывает. А он что? Это глитер. Глитер пишется. Живу с любом. Запомнил. Золото одно. Массируй. Теребить. Удовольствие, что ли? Кунилингус? Трудоголик. Блять, уже к клитору все вернулись. Трудоголик. Обслуживание клиентов. Клиторный трудоголик. Так, забыли про работу. Теория массового обслуживания. Настя! Оральный секс? Нет, я просто не понимаю, как это связано с определенной работой. Нет, он изначально показывает, что он человек, который выполняет определенную работу, получает за нее деньги. И она не снимает. Он работает много старых ножек. Мы это забыли, эта версия не пошла. Пошла версия простая. А, это забыть надо. А я здесь за деньги. Разрабатывать. Не желаем это. А что, вот это процесс там или это ты? Суперработа, наслаждение. Процесс. Это процесс. Возбуждение. Эрогенная зона. Оргазм. Удовольствие. Ну что, синоним возбуждения? Удовлетворение. Синоним. Прелюдия. О. Типа прелюдия? Не, не типа. Но если он показывает вот так, нормальная прелюдия. Не, он как-то вот так показывает. Далеко от прелюдии, близко. Не, ну, когда он показывал деньги, это, что он думаю, был типа не в восторге. Подготовка? Это процесс, ребята, это процесс. Наоборот, в восторге или наоборот? Секс по дружбе. Оргазм. Синоним возбуждения, да? До оргазма. Предвкушение. Ты? Ты ласкаешь. Прелюдия. Ну, синоним. Прелюдия была. Предварительные ласки. Ну, понятно, что это же... А сколько слов? Одно? Одно, да. Думайте, дебил. Это синоним. Тут нам нужна энциклопедия, мне кажется. Предварительных ласк. Это очень простое слово. Да, реально. А так всегда. Секс, может быть? А кто сказал? Показывал. Простое слово. Все просто показал. Можно сразу... Нет! Нет, еще, мне кажется, есть один вариант, когда ты... По буквам. По буквам. Да, по буквам. Нет, нельзя. Алён! Так нельзя показать. Алён! Мы пошли реализоваться. Нет, простое слово. Это перевод. Да мы хотим считать. Слово. Все, С. Первая буква С. Стояк, что ли? У нас ваша симуляция. Симуляция, точно. Симуляция. Блин, не отгадали же. Стимулировать, блядь, работника, чтобы он больше пришел. Ничего себе, не показывал. А кто отгадал? Стимул, это палка, которую гоняли.